Крупную партию наркотиков перехватили тюменские полицейские на трассе Тюмень-Омск. Для проверки документов остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Томской области. При осмотре машины в багажнике был обнаружен чемодан с расфасованными веществами растительного и синтетического происхождения. Экспертиза показала, что в свертках 200 граммов метамфетамина и более 42 килограммов гашиша. Водитель пояснил, что чемодан он получил от неизвестного лица и по его заданию должен был развести запрещенные вещества по нескольким регионам для дальнейшего распространения. В ходе следствия сотрудники управления МВД России по Тюменской области в Свердловской области выявили тайник, из которого изъяли почти 7 килограммов наркотиков. Всего из незаконного оборота изъято около 50 килограммов запрещенных веществ. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются.